Вы смотрите видео об отеле Villa Ocean View. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Villa Ocean View расположен в стране Шри-Ланка в регионе Калутара и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 70 километров от аэропорта Коломбо, 35 километров от Коломбо, в районе Вадува. Территория гостиницы занимает 81 тысяча квадратных метров. Отель с большой, зеленой, уютной территорией с тропической растительностью и кокосовыми пальмами, расположен на берегу Индийского океана в курортном городке Вадува, в 35 километрах от Коломбо и в 67 километрах от международного аэропорта. Отель состоит из основного здания и отдельно стоящих вилл. На территории отеля имеется два бассейна, джакузи, круглосуточное обслуживание номеров, бизнес-центр, Wi-Fi, салон красоты, прачечная, сувенирные магазины, обмен валюты, организация свадебных церемоний, вечерние развлекательные программы «Живая музыка», дискотека два раза в неделю, караоке, национальное шоу, ресторан «Palm Breeze» восточная, европейская, местная кухня, три бара. В номерах есть кондиционер, телевизор спутниковая, ТВ-мини-бар, набор для приготовления чая, кофе, телефон, фен по запросу. Номерной фонд отеля состоит из 6 номеров Superior Suites, 35 квадратных метров, номер в основном здании с гостиной, панорамное окно с видом на океан, балкон, 61 номер Superior Rooms, 29 квадратных метров, номер в основном здании с балконом или террасой, 76 номеров Villa Rooms, 20 квадратных метров, номер в двухэтажных бунгало на 4 номера с балконом или террасой. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть центр аюрведы, три конференц-зала вместимостью до 350 человек, Аметист Холл, Эмералд Холл и Горнет Холл, предоставляется необходимое оборудование. Тренажерный зал, аренда велосипедов, теннисный корт, бадминтон, пляжный волейбол, мини-гольф, водное поло. Также бесплатно доступны фитнес-центр, теннисный корт, настольный теннис, бильярд, дартс, акваробика, водное поло, волейбол, бадминтон, дискотека, сейф на ресепшн. За дополнительную плату имеется массаж, парная, освещение теннисного корта, аренда велосипедов. Для детей есть детский бассейн, детская площадка, няня по запросу. Муниципальный песчаный пляж. Шезлонги и матрасы у бассейна бесплатно. Год постройки гостиницы – 1981. Год, когда был сделан последний ремонт – 2007. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.